Давайте приготовим обалденную хрустящую пепперони на завтрак без теста и горы грязной посуды. Берем сухую сковороду и выкладываем на нее лист тортильи. Присыпаем его сверху сыром и накрываем вторым листом. Второй лист нам необходимо смазать соусом. Я использую кетчуп и майонез, но можно ограничиться только кетчупом, либо использовать любой другой соус, который в пицце вы предпочитаете. Распределяем его по тортилье и добавляем специи. У меня это базилик и орегано, можно обойтись без них, но с ними все-таки вкус поинтереснее. Далее распределяем по нашей пицце колбаску. У меня это итальянская салями, но можно использовать любую другую сырокопченую колбасу. Если найдете пепперони, будет вообще круто. Накрываем нашу пиццу крышкой и убираем на плиту. Я оставляю на плите минут на 5 на среднем огне, до момента, когда расплавится сыр и подрумянится корочка снизу. После этого разрезаем нашу пиццу на порционные кусочки и наслаждаемся. При этой из посуды мы с вами запачкали только нож и ложку, которой распределяли соус. Все остальное остается идеально чистым. Пробуйте, наслаждайтесь и радуйте своих близких. Приятного аппетита!